Дорогие мои друзья, сегодня я хочу приготовить цветную капусту. Для этого мне понадобится кочан капусты, помидоры, морковь, лук, болгарский перец и зелень кинзы. Для начала я мою капусту и разделяю ее на соцветия. Я разделила капусту на соцветия, порезала помидоры, морковь, болгарский перец, лук. Поставила, значит, кипятить воду. И в кипящую воду перекладываю, немножко подсаливаю и перекладываю туда капусту. Вода кипит у меня. Сейчас я беру и перекладываю туда капусту. Варю ее до готовности почти. Сковороду я налила подсолнечное масло, выложила лук и начинаю обжаривать. Так по очереди. Потом я добавлю морковь, болгарский перец, капусту цветную, посолю и зелень в конце с чесноком. Да, и забыла сказать, что капуста цветная должна была вариться не до конца, как говорится, не до готовности, потому что здесь у нас еще будет тушиться она на сковороде. В конце я добавила соль, посолила, положила зелень кинзы и еще минутки две, чтобы оно протушилось. Вот так выглядит готовое блюдо. И один остался штрих еще. Сверху посыпать зеленью кинзы. Приятного всем аппетита!